Это известно каждому из нас. Среда нелюдей особая. Живут и живут себе двое нелюдей. Никого не трогают, не то что в фильмах. Никому не мешают, никому не вредят. Радуются. Но рано или поздно может случиться следующее. Если это два парня, они могут влюбиться в девушку-человек. И случится катастрофа. Отсюда вытекает, что если в ряды нелюдей влезает человек, последствия будут жуткие, а ущерб уж очень страшный. Поэтому никогда нельзя связывать свою жизнь с нечеловеком, и даже если он обаятельный и привлекательный, даже если он мачо или идеал. Нелюди имеют особую привлекательность, как уже было сказано. И поэтому нелюди не могут жить с людьми, поскольку люди вечно спрашивают, вечно просят, а что, а как и зачем. Чтобы этого не было, не надо подкупаться на обаяние, если ты дурак. Если ты видишь человека как сканер, ты останавливайся и замри. Все потому, что эта зараза пальцами щелкнет раз, два и три. Если с ней спутался близкий, и тебе это, блин, западло, лучше скажи что-нибудь в спину, а то получится не весь что. Если равны вы, и это, блин, сволочь, зверя в себе держала не раз. Ты ноги в руки, башкой пробей стену, эта битва началась. Никто не увидит и не поверит в правду, жгущую мозг, как огонь. Остается только крикнуть: тварь, блин, мою жизнь не тронь. Но ты в капкане грызешь лапу, и некому помочь. Выверни дом, найди что-нибудь нафиг и беги в лес, прочь. Волком бы бегать, а не плеваться от жизни такой. Поздно играться, смеяться, ласкаться начал с собой. Мама твоя может сорваться, но будет только злоба одна. И другом навечно кровь волчья станет, другому отдана. Волком ты станешь, это не легче, но неспроста. Тварь живущая под одной крышей досчитала до ста. Кровь обогрелась, меч твой сияет, волки дерутся на смерть. Ты твой враг, у него нет больше шансов топтать юную честь. А люди другие, им на все пофиг, деньги считают, детей до нули. Очнутся тогда, когда восстанет алая кровь осенней зари. Обнимитесь с волком, с собой, блин, конечно. Он существо в щеку лизнет, лес будет ваш, и наша песня оборотнем запоет.